You are a samurai, bound to uphold a code. To live, samurai. Fight, and die with honor. If you stray from this path, what will you become? A storm is coming. Jin! Jin! Come on, Jin! Итак, добро пожаловать в игровую комнату. Мы продолжаем играть Призрак Ики в Цушиме. Да, только мы сейчас не на Цушиме. Опа. Форса Капер, ничего там, что-то там. Пленник на рынке Катаяма. Объявить на японском всем пленникам по прибытию на рынок Катаяма. Ангсар Хатун, благословенная орлица своего племени, молится за вашу силу и процветание. Пусть орлиного племени, а путь орлиного племени лежит через служение. Наша цель выше себелюбивых прихотей и страстей. Наша цель – дать кров и пищу, исцелить и защитить свой народ. Вас привели сюда, потому что вы отказали нам в священном двери и в служении друг другу. Теперь мы предлагаем вам учение. Вы научитесь почтению и послушанию, как ребенок учится читать и слушать родную мать, чтить. Вы научитесь служить друг другу и приумножать славу великого монгольского народа. Да светит ваш путь вечное голубое небо. Таковы слова орлицы Ангсар Хатун. Отлично. Демократическое насаждение. Ну ты, парень, конечно, почти достаешь. Вот прям вот чуть-чуть не хватает. Сантиметров так 20, может. Нет, не 25. Сантиметров 20. Это... Я... Это как пирамиды делали. Вот тут так же самое. Парень просто бесконтактное. Но звук-то вы слышите? Тын-тун-тын. Забавный парень. Ну работай, работай. Притворяется, что он работает очень качественно. Эй, парень, там как бы пусто внутри. Нет, я точно что-то найду. Нет, пусто. Хотя, если еще раз посмотреть. Нет, пусто. А нет, нет, пусто. Он что-то положил в карман из пустой бочки. Ну ты даешь. А ты что делаешь, бро? А, он, наверное, этот попал под... Под вот это вот все. Странные тут ребята, наверное, поэтому. Так, ну один хоть нормально работает лопатой. Так, не то. Снаряжение, техники, нет, у меня нету этого. Так, вроде как нормально. Выполнение парирования, идеального парирования. Мне идеальное нужно парирование. Увеличить окно идеального парирования, идеального уклонения. Не столь важно идеальное уклонение. Это массиры. Массиры, это вроде кошки. Или не кошки. Сила Инари, это хорошо. Оберег свирепости и урон у меня идет. И шанс урона. Но больше у меня на парирование ничего нет, поэтому буду, ну, разгоняю урон. Вот тут урон, плюс двойной урон и удача. В принципе, нормально. Так, отлично. То, что крепость надо освободить, это, да, территория монголов. Вряд ли я сейчас смогу крепость освободить. Призрак острова Ики. Ага, вон. Опять кнопку перепутал. Не, все же вниз. Кемонская тропа. А, во.
息のクロードだとさ。本物のクロード様だったら100人力だ。これで俺らも助かる。シグラのジジイを肩に乗せたまま、もうこの奴らを何千と切ったって聞いたよ。何さ。その噂、まことではないぞ。何言ってんだ。クロード様の噂を知らないのか。До меня доходили слухи. 炎を吐いて火事場に火を入れたそうだ。さすがクロード様。クロード様に礼をしたいなら、供え物がありがたいんだとさ。かつて木だふれがあった場所。その北東にあのお方の野営があるんだ。食い物だったらうまい酒か泡がいいって話だよ。覚えておこう。На, у нас попался тут какой-то мошенник. Призрак острова Ики. Явно дошли слухи про призрака, и он решил так же само немного подзаработать. Опа, монголы. А ну-ка, противоборство-то у меня теперь уменьшено. Шанман Бандаран. Харджабарадон. Ах ты гнида. Убежал, что ли? Неплохо, неплохо. Опа, у нас тут живые еще есть. Подожди, ложись меч в ножны. モーコに捕まった時、あの人が代わりに猿の世話をしていた年寄りです。どこにおった？猿岩を見渡せる古い野営です。モーコは島の獣を捕らえてます。殺すつもりでしょうか？調べてみよう。お主は逃げよう。понятненько, окей。Так, окей. Любопытство. А, окей. А высота Саруива. Вперед! А, наверное, я могу атаковать только ближайших противников с парированием. А вон он. Сейчас, только иди, секундочку, у меня тут этот. Так, надеюсь, кнопка не заглючила, а? Воу-воу, а, ну да. Далеко стоит. Короче, надо, чтобы поближе стояли противники. Куда там собака убежала? Тут еще один был. Он что, пошел предупредить остальных?
Да вроде нет. Окей. Так, без паники, кошки. Сейчас мы тут все исправим. Погнали. И оно отдаляется все дальше и дальше, и неудобнее еще не... Вот это не могу понять. Специально след, что ли, оставляет? Блин, насколько ж красиво. Последним. Охоты некомы. Я не той вроде прокачал. Так, снаряжение. Мне как раз надо не некомы. Вот. С благословением Бога убивает 15. А мне вот это, защита массиры. А защита массира это кого? А, обезьяны. Обезьяны. Понятно, обезьянки, обезьянки далеко. Что-то тут. Оп-оп. Какой красавчик. Так и хочется погладить. Все, беги-беги. Странно, это что за разновидность? Если кто-то знает, напишите. Напишите. Я же думал, он не прискачет. На всякий случай с контрольной точки. Слишком сильно отдалился. Так, саке. Номи-хо-ште-ору. Бухает знатно, гнида. Мада-ну-кый. Кто-то на острове дает себе за призрака. Надо бы мне найти самозванца. Оберег пользы. Осмотреть подношение. Яцу а коко де наника о мите отта. Мацу то суру ка, модотте куру хазу да. Засесть где-то. Мура но ато ни даре ка ору. Опа. Что, он еще сдохнет? Саке о нусму цмори ка? Он бухает прямо там на месте, гений. Нет? А, типа бухнул и сейчас набросится на них. А, нет, жрачку еще ворует.
Его сейчас еще поймают. Типа отвлек, чтобы что? Икино-клоудよ、後を残したかな? Противоборство не врубилось. Слабенькие. Но урон у них очень слабый. Он меня задел, аж где-то примерно 10% сняло. 1/10 вообще ни о чем. Где-то тут зарылся. Или старый в игрока? Ямео! Клоуду не ёгай. Шимано хамбунга сагаштеру. Дага койцу ватасанзе. Койцу нива оокина кари гаарунда. Кочира нимо на. Ичиничи даке дазо. Соре ижо матсу цумори ва най кара на. してお前が噂のクロードなのだな。ああ、いえいえ。俺はただクロード様に仕えてるものです。息を守るため日夜励んでたんですが、ある日狐人に襲われ、クロード様が捕虜に。どこに運ばれた？野営です。ここから西の一日でお助けしないと。いや、お前は残れ。俺が代わりに行く。クロードに聞きたいこともあるからな。 Как фул этот плащ развивается там по красоте. С плащом круче смотрится и класснее. Конечно, не это. Плащ только нужен, когда... Как она называется? Дождь, чтобы не так сильно намочиться. Да давай, не парься, нападай. Благодарствую. Не то хотел сделать, но да ладно. Аж двое живучих. Да, очень неплохо. Я сразу два нажал раза это. Исцеление. Вот это, конечно. Походу, исцеление можно нажимать даже когда ты здоров. Чтоб чисто подрубить вот эту вот фишку. Ah!
Понятненько. Вот это неплохо. Перед атакой босса можно подрубить вот эту вот, как она, дополнительное еще уклонение. Вообще лучше использовать только когда ХП мало осталось. Труп? Кто? Уважение. なぜお前だと気づけなかった。ごめんなさい、堺様。もうこだらけで対馬は怖かったんです。そしたら息の船乗りが本土に渡るって聞きましてね。つい来ちゃいました。別れも告げずにか。忙しそうでしたから。ではなぜ本土に行かず息にとどまっておる。船に忍び込んだことが暴かれまして息で行き詰まってたら、 島の悪い連中に襲われたんですよ。あいつら強盗だ。何かしでかしたな。金を少し借りて古い酒を売ってみただけ。今や島の半分から憎まれ、もう半分から金を借りておるということだな。違うか。お見事。クロードだと偽った訳は憎まれてるからです。でも偽れば皆の励みになりますし、 ならずものを騙せば、ついでに悠々と本土へ渡れるな。ほら、損がない。好きにしろ。自ら撒いた種だ。クロード様なら助けるところでしょ。動くでない。腕が動きません。やらずだ。手足と受けずって。野営まで送ってやるが、あとは知らん。 Так, проведите Кэнди в лагерь. Чё-то чересчур много тумана. Побыстрее от него избавиться. Дева икино Кроуду. 力を尽くせ。待って待って、置き去りなんてひどい。島中から狙われてるんですよ。手下を頼ればよい。フグのこと？生きてます？お前のせいで殺されかけておったがな。ただの漁師なんです。どうにかしなくちゃ。フグを見つけてくれたら一生堺様に頼りません。近くにおるはずだ。実は落ち合う場所を決めてあるんです。万一のために。案内しろ。 ご無事だったんですね。クロード様の改姓だ。クロード様と呼ぶのはよしなさい。これからはケンジ。クロード様はこちら。ああ、ガッテンです。あ、ドクジャって男から言伝が。今言うな。博多の角ドクジャとモンチャクが。ドクジャが例の船乗り、本土へ船を出すっていうから、こっそり乗り込んだら気づかれちゃいました。生きたまま島を出るには 金を払わなくちゃならないんですよ。毒蛇に話をつけねばな。助けてくれます？尻拭いをするつもりはない。だが侍から逃げ回っているという毒蛇には会っておきたい。
Прикольно, он лепесток опять выпустил из руки. あの馬はどうした?ミオは作戦の方として預けてあります。無事だといいけど。毒蛇は叔父上から追われておるみ、船で腕を切られなかっただけ針堅く思え。切られかけましたよ。別のところ。でも本土への船に乗せてもらえるんです。ミオを作戦の方にして、あとは船代を払うだけ。 いいねの 10倍よね。 Да, короче, ты встрял знатно. Итокимаска. Докжа ва ашира но йона отоко кираун десу. То ю то? Дакара, го но моно. Окаши десу? Я. Тоникаку, докжа о окорасеру но ва кинмуцу мендоу ва таксан на ноде. Без резни? А так не интересно. ふぐは待ってろ。はい。ケンジ様。ロゴはズミエや。おい、明日息のクロードだ。毒蛇に会いに来たぞ。ケンジ、勇むな。食べんも控えろ。箸が食べん。金はどうした？ お主が博多の角毒蛇か。ケンジ、こいつは誰だ。友です。酒井仁様。酒井。父子と手合わせしたことがあったな。あれ以来小指が動かなくなっちまってる。死んで当然の男だった。父上の敵が俺の敵とは限らぬ。 そうだな。恨み辛みは飽きないの邪魔でしかない。それで侍が俺に何の用だ。ケンジから事の次第を聞いた。こやつは食いておる。そうです。足はそこ抜けにアホなんです。お主に金を借りたそうだな。千金をな。駆け引きは無駄だ。聞く耳は持たんぞ。Давай договоримся。千金を望むなら、人とせほど待つことになるぞ。 俺は構わない。誠か？今払っても良い。欲しくないか。猛虎から逃げるために正しい額を減らせ。これで手を打て。お主とて賢治が死なずに全て払えるとは思うまい。ひどい。小賢しいとも思ったな。賢治、ここは一つ手を取り合おうじゃないか。酒井様、実は太田家族に改造を盗まれちまってな。 唐国との抜け荷の海路が記されてるもんだ。それに本土への道もだろう。ああ、そうだ。猛虎に読み解かれでもしたら鎌倉の水軍の弱みを握られることになる。それは不安がいっぱい。では我らで取り戻す。だが本土へは賢治も乗せて行け。ああ、お安い御用だ。賢治に気をつけな。油断すると厄介事を運んでくるぞ。 Западное побережье. А чё ты нам хлопаешь в дорогу, где Фугу? Где Фугетсу? Сейчас. Я примерно запомнил. Призрак острова Ики. А, ну вот отлично, он опять появится. Классное побережье. А, опять оскверненный этот. Танка о кровопролитии, тронута гнилью. Тронута гнилью, первая зелень весны. Охотник, борись.
с притяжением смерти, как век недолог людской. Окей, какая загадка классная. Тронута гнилью. Первая зелень весны. Зелень охотник Борис. С притяжением смерти. А, вон. Трупы. Может, надо трупы сбросить как-то вниз? Как оно обозначится, что я прошел? В прошлый раз это были эти синенькие вееры, что-то в этом духе. Тронуто гнилью. Не завершено. Но я вроде там что-то запустил, а может и не запустил. Тронуто гнилью, но это трупы. Первая зелень весны. Охотник Борис. С притяжением смерти. Как век недолог людской. Ну что-то с трупами может связано. Что-то связано с трупами. Не знаю, тут что. О, охотник. Надо думать, короче говоря, потом буду думать. Пока что непонятненько, что там. Ну вот что-то связано с трупом, трупами двумя и дерево. Хрен поймешь, что-то связано с притяжением бороться. Вообще без понятия. Пока что без понятия. Чё там от меня хотят? Зогу не шиваられ та токи, докка итамета митай. Назуми ва фугу ни макасете, аши ва ясунда фонга ии камо. Тада но рёши нано дару. 恩人のな クロードとして働くならば 人を頼るでない 人を助けようと思え おのれはこの地で死ぬ おのが父のように 堺の名はこの世から消えうせる 無益な一生であったの黙れ! そこは死んじまった。こんなふぬけに何ができる。俺も死ぬべきだ。家族を見捨てたんだ。 жестко. Вон тот остров.
Вот он, остров Сару. На остров Сару мне надо будет попасть. Я мастер, просто выбор из двух, особенно если там подсвечено типа переговоры или драка. Я просто гений мастерство. Гений в переговорах. Так, мы пролетели. Чуть-чуть левее. А, нет, походу мы прибыли туда, куда надо, что ли? Нет. А, вот там вот где дым этот, что ли? Я так понял. А, не, нам нужно типа подкрасться. Бампей но казу на ойна. Аши га коко ни нокоримасу. Нанька ареба айзу о дашимасу. Толика... Сода! Сару но мане! Шш! Уши га сусуму беки мичи то нанда? 一人前の男として栄えを守り、それは父の言葉であろう。己の答えを申せ。情け。弱き者のため力を振るうことです。それが誇りというもの。おじゅえ。クラスか、развеивается плащ. Так. Черт, и тут птица как ни крути. Приперлась, блин, птица. А, стрельбище. Я понял, запомню все. Ну, обязательно пройду, а чё бы не пройти. Чисто пострелять. Давай, выходи! А, кнопка! Вы издеваетесь, что ли? Да, у меня не хватает для того, чтобы подняться. Надеюсь, опять пройдем. Так, вы не видели этого. Как я тут обосрался из-за кнопки. Просто, блин, кнопка, давай, заглючишь, нет, нормально, не заглючил. Как лучник первый. И самое главное, у меня была призрачная стойка на максимум раскачана. Ой, точнее, она была заполнена. О, меч улетел. Красиво. Ни хрена себе. Ага. Да вы издеваетесь? Просто смешно.
Как неудобно, они могут прервать идеальное парирование. Просто шикарно. Но я пока что еще не привык. Поэтому буду сейчас по мере, короче говоря, тренировки получать адские пиздюли. Батины затрещины. Кунаи. Просто вот выносливость была, набрал за счет этого. Противоборство и считайте, все просрал. Чисто для ассасина тоже тут место есть. Так, скрытое убийство сверху должно мне добавить очки. Так, я не понял. Типа отсюда нельзя? Ну отсюда вот. Да вы издеваетесь? Почему я отсюда не могу? Один остался или несколько? Ну, три хотя бы решимости набрать. Да, если идеально сделать, будет красиво, а если не идеально, будет некрасиво. Но тоже нормально. Это они были? Ничего больше нет. Мне надо как-то, ну не как-то, повысить уровень вот этого вот талисмана, чтобы он жрал не две решимости, а хотя бы одну, тогда будет нормально. Потому что две это чересчур много. Чёртова, блин, баба. Аримашта? О, икзу. Да. Что, шторм уже начинается? よくやった。すべてあるな。しばらく海路を調べさせてくれ。それから出立だ。あ、知らぬ前に着いた人は?ん?乗せてやったが、船はもういっぱいだ。余計な荷を捨てたとしても、せいぜいあと一人分ってとこだな。ケンジ、備えは?もう立ちます?時期だ。あとはお前だけ。仕事ができて楽しかったぜ。 あんたとな。俺もだ。本当に乗らない?酒樽に隠れちゃえばいいんですよ。酒井様はお尻が小さいですし、油でも塗れば。遠慮する。まだやることがあるのだ。では、お別れですね。うまい酒を取っておいてくれ。またいつか共に飲もう。喜んで。 何か忘れ物ですか? 足の両親をね。
恩返しがまだだった。船に乗れ。でも賢治様、うん、早く行け。代わりに足が乗るぞ。よく心を決めたな。足は何とでもなりますから。でもフグはそうじゃない。これでいいんです。もしや足とお別れできると思っちまいました。だやだ、もとじゃが逃げられなかったな。一杯飲みますか。息のクロードに。その名は忘れちゃいましょう。призрак острова Ики. Все, в дело. За дело. В дело. За дело, мать его. Оберег пользы. После мягкого приземления вы получаете решимость. Чаще приземляться. После мягкого приземления вы получаете 2 единицы решимости. Накачиваешь себе. Просто прыгаешь. Нельзя перекат сделать слишком низко. Так, я хотел на вот этот остров отправиться. Черт, только нормально все было, и опять. Ох, что этот мелкие капли. Какие-то проблемы тут в этой игре. С мелкими каплями. Опа, птичка. Горячие источники, что ли? Источник у мыса Гонару. А, источник. Айрасина. Хорошо они тут себе отдыхают, эти. А, вот. Отдохнуть. А тут-то под дождь. Ну, как раз в дождь. Тут будет тепло. Эстри макаки там такие. Лысая макака. Размышления. Видение Тензо. Тензо, видение. Отака но доку. Атари на сизука демо. Кса но каге а нами но аима кара. Сасаяки га кикоэру. Тачи о тори. Уде о киру га ёй. Соу ште ю ни момури. Соно чи ни нагареру аямачи о нагаши саре. 平穏はないのか? Да, жестко. Чпаньк. Чуть-чуть хп увеличилось. Обнажи свой меч. Так он и так уже обнажил свой меч. Что ты хочешь, женщина, еще? Карга старая. Мужика нашпиговали. Так, ага. Я вообще не в ту сторону смотрю. Так, вплавь можно? Скажи, волны. А чё бы не попробовать? Только я не в ту сторону смотрю. Вот этот, что ли? И не этот. Так, секунду. Так.
Так, вернусь обратно. Тут тропа была. Да, вот она. Опять воспоминания. Сарабуси. Да, жестко. А, опять встрети Саруима, Саруива. Так, обязательно сюда вернусь. Наверху храм, что ли, или что? А куда дальше-то? Ага. Так. Секундочку. Да подожди ты, блин. Вроде там что-то внизу есть, но мне не кажется, да, не кажется. Так, тормози ты. А, стоп, я оттуда спрыгнул. А перевернуться назад можно? Ну, вроде оттуда подняться можно. Жестко.
рука. Башня какая-то. Маяк. То есть тут ничего не было, что ли? Вон вопросик есть. Черт побери, тут. Непонятно, куда, наверх, наниз, куда идти. Тут есть подъем еще один. Может, специально сделано? Воу, смотрите. Классно. Но откуда у них настолько... Хотя краски, если есть для того, чтобы покрасить одежду, то почему нету краски вот так вот делать? Какое-то божество, что ли? Прикольно. Тут наверх уже что ли не забраться? Это головоломка дополнительная. Может, реально где-то здесь надо? А-а-а, вот оно хитро как. Я сразу не заметил, что тут слева тоже есть. Вперед иду. До свидания, звук. Так, можно мне звук обратно? Кстати, дождь не глючит. Звук теперь глючит. Поняли прикол? Смотрите, дождь теперь вроде не глючит. А, во. Зато звуки пропадают. Эта игра прям... рандом. Как тебе повезет. А, надо было забраться так.
Так. Надеюсь, я забираюсь не просто так обезьянье укрытие, а во. Охренеть, как долго я скалолазил, сколько? Минуты 10. На самой верхотуре. Восковое дерево? Нет, не восковое дерево. Но зато отсюда весь, практически весь остров видно, но как минимум большую часть. Красиво, красиво. Смотрите, луна. А ну-ка. Тучи сокроют луну? Да, но не сильно. Погнали. Хахауэ иваку, кону кёку ва заште фуйте ва нарану тока карада о угокасе то кита на сару но йони. Как мартышка. Чёрт, а без звука-то тяжело. Только визуально звук дополнительно давал. Теперь только визуально. Эх, жаль. Надо перезаходить. Спасибо, яблочко. Надо в игру перезайти. Спуститься с Аруивы. Сейчас, главное, хочу посмотреть. 9 секунд. Расходует на одну единицу больше... Что? Ага. Исцеление расходует на одну единицу больше решимости. Ну, как обычно, только действие на 3 секунды удлиняется. Ну, типа не... Плохо, наверное. Ну, в босс-файтах. При исцелении время увеличивает... А, подожди. При исцелении временно увеличивает окно идеального парирования, идеального уклонения. Ну, в принципе, неплохо. Решимость только надо добавить еще. Так, сейчас спущусь только. И перезайду в игру. Хотя звук вроде работает. Так, лошадь. Да ты издеваешься, что ли? А ну-ка. Так, я попаду в тайминг. Что за... А ладно. Давай. Надо переплыть. Надо плыть. Смотрите, стрёмно, но надо плыть. А вон остров. Вон я что-то вижу. Морское путешествие. Напрямую. С физикой отливов и приливов. Ну, кстати, у Земли, точнее, у ближе к Земле, по берегу, приливы и отливы очень крайне неплохо физика у них работает. То есть в прямом смысле, вот ты плывешь, во, как сейчас, во, меня толкает левее, а когда вода отходит, засасывает обратно, что очень-очень классно. Потому что до этого я помню только...
Вот видите, как физика. Остров Сару. Еле добрался. А, наверху. Что-то наверху. Но физика волн и воды очень даже неплохая. Столб чести. Играть на флейте. Опа. Тут противоборство с обезьянкой. Она заберет или я все же заберу? Ножны. Резко. Все. Держи, яблочко. Яблочко все равно вкуснее ножен. Беседа. Кривовато. Сейчас надо поровнее. Вот так вот будет лучше. Вот. А ну-ка, что это там у нас? Клык Некомы. Странно, что обезьянка. Тот, кто пробудит Некому, познает остроту ее клыков. Кошка. Пойдет. Вот это точно пойдет. Но она полностью белоснежная. Идеально меч будет... как она называется? Так... Стопы. А, надо открыть. Вот оно. Будет отличаться меч на фоне этого доспеха. Кстати, за меч придерживается. Кошечки. Нельзя погладить. Только там, где место есть. О, кто тут у нас такой? Тренировочная площадка на острове Сакку. Сумане. Юбе хидок самукте. Дакара таке о мояшимата. Анзуру на. Дан о торета на да. Таке о моттеру нара дай ни сонаете курете камаване. О, не переживай, у меня этого бамбука много, 5. А, смотрите, как хитро. Хочешь, каждый, наверное, заход будет тратить 5 бамбучела. Хорош. Хорош, вот это я понимаю, то у меня бамбук так и лежит без дела. А, в смысле? А, С. Тьфу, я не то нажал. Подождите. Правильно? А, не вот это С, а вот так. Черт, как же неудобно. О, не, походу я тут сразу сходу не прорвусь. И потом Д опять. А Д... сука. И в конце еще мышка. А, слева. Сейчас, подождите. Д, С. Надо С еще раз нажать. С, А, W, D, S, A. А, на 5 застрял. 6 А. Да, есть. Хотя я думал, кнопку неправильно нажал. Бро, все хорошо. Мотоюри, что айора найга. Хорохода ну удео, хажимете да. Ташкани, хэмпи на чи да. Назе коко ни? Анта мо канжита хазу. Кокоро га сизматта даро. Понимаю тебя, понимаю.
Так, всплывем или не всплывем? Точнее, там я там взберусь где-то, стоит тут же горы, мать его. Хотя, вон с той стороны вроде можно взобраться. А может и вот там можно взобраться. А монголы... Походу на то, в монголы. Куй! Так. Отлично, кнопка работает. Да-да. Вперед! Хотел в прыжке. И шамана. Но. Давайте, подходите. Отлично, вот это я понимаю. Где-то тут. Все, готово. Не, вот это вот идеальное парирование с тремя атаками, это прям как противоборство. Не. Но тут даже круче, потому что противоборство не и так дает три раза, это 9. 9 решимости. И чё, где птичка? А где ты? А, вижу. Эх, неплохо было бы еще тут залутать все. Тут у них не особо много. И где ты? Что-то я опять потерял эту птичку. А вон птичка куда-то улетела. Там монголы с кем-то воюют. Она сверху, что ли? Походу на то. Еле-еле видно. Нанимотада. Кокоа сару но сумика датта ёу да га. Доко ни ору? Так. Походу тут еще надо что-то... Опять звук пропал. А, то есть надо всех этих монголов порешать. Убить монголов. Звук, верните мне звук.
Короче, тут монголов надо порешать, чтобы вернулись. Обезьянки. Да, только они не говорят ничего. Бесшумное убийство. Оп, второе, третье бесшумное убийство. Ну, не совсем бесшумное. Омайва, синунога сюжо но таме да. Отлично. То есть можно три атаки прямо в одного ударить. Ага, забыл. Чё ты зассал? Ах ты, Крис, крыса. Назе сару ори ни фуне ни цуму но ка? Да, нигеро. А нет, тут мёртвые обезьянки. Звук пропал опять. Да ты гнида. Готов. Да, все, отлично. Все, обезьянки опять на месте. То дождь нормальный, то звук пропадает. Это прямо хоку. Ты будешь слышать, но не видеть. Либо видеть, но плохо. Но зато слышать. За дело.
ようかと思ってるんだ。やめとけ。海船座の津の近くには船の残片で作られた集落があるそうだ。覚えておこう。人が住んでおるのか。ああ、酒井の襲来について語る奴もいるらしい。酒井の襲来だと。ぜひ聞いてみたいものだな。ага. О, конный доспех клана Сакаи. Вот это нужно. Вот это нужная вещь. Сарига тагаю. Сарига асоби о коному. Да, люди. Ахауэ иваку, асоби о илеру но га этокуэ но хаямичи да тока. Тамеште миру ка. Давайте попробуем. Чучурел. Я почти сказал сконцентрироваться. Хазимете но соккё ва вараварета га. Сайго но токи ва ме о тожи кики итте курета. Хоу ни хи га сашита одаяка на ока о. Ямай но сугата дева наку, ано као о ицумо омой дасу. Так, снаряжение. 12 секунд. Неплохо. Конечно, лучше бы расход уменьшить. И... там с 2 до 1. Да, слишком читерно тогда получается будет. Ну, по сути, черт, деревья мешают. А, это святилище. О, тренировочный. Флаг сразу увидел. Не та. А, вправо, Д, Д. Вот так вот. Так. 3 раза А. И еще раз А надо было нажать Д. 2 раза Д. И С. Еще раз Д и С. А. Слишком много, наверное, нажимаю. Мало. Три раза Д. Да шоп тебе. Надо было еще раз Д нажать. Последний раз. А, нет, еще раз. Понятно. Во. Я только 2 раза нажимал на D. О, наконец-то решимость максимум. Точнее, не максимум, а еще один. 10 теперь.
Вот это уже другое дело. Посланник со священной горы, истинный воитель и слуга горных богов. А ну-ка. Прикольно. Маска. Ну, маска этого. Типа обезьянки будет. Ну, типа прикольно, конечно, подойдет под эти доспехи. Но мне все же это нравится, вот эти вот маска Сакая. Что еще тут у нас? Цушимы. Ну, кстати, герой Цушимы тоже неплохо. Это маски, достойны лишь величайшие защитники Цушимы. Маска Сакая. Маска клана самураев. А, у меня сейчас просто маска клана самураев. Лол. Не, ну прикольно, прикольно. Такая чисто обезьянья, как раз под доспехи обезьяны. И с головным убором. А давайте по приколу. Теперь я полностью обезьянка. Король джунглей. Ой, точнее этот, как он называется-то? Чёрт, глубоко, поэтому не пошел, не поскакал. А тут что такое? Тренировочное стрельбище, что ли? А, лагерь просто. Разбойничный памятник. Разбойничий памятник. Окей. На этом моменте, наверное, остановимся. Все, ребята, спасибо за просмотр. До следующих встреч на острове Ики. Да, пока.